Книги, подаренные Азербайджаном, восполнят пробел в библиотеке Конгресса США. Об этом в интервью CBC сообщила Коэн Брикс, глава ближневосточной секции библиотеки Конгресса. Презентация книг, подаренных президентской библиотекой администрации президента Азербайджана, была организована посольством страны в США. Это мероприятие имеет большое значение. Подаренные книги помогут заполнить пробелы в библиотеке Конгресса. При поиске в каталоге по Азербайджану можно найти более 6700 книг. Однако это не означает, что в каждой из этих книг вы найдете обширную информацию о стране. Поэтому эти книги имеют большое значение. Подаренные 50 книг охватывают широкий спектр тем. Читатели библиотеки Конгресса США, возможно, уже знакомы с книгами об истории, культуре, литературе, музыке и географии Азербайджана. Выступая на мероприятии в библиотеке Конгресса, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отметил, что библиотека очень важна для развития человека. Библиотека Конгресса насчитывает более 6 тысяч книг на азербайджанском языке. Библиотека содержит произведения тюркских народов. Я хотел бы отметить, что Азербайджан является ведущей и неотъемлемой частью тюркского мира. 10 библиотек нашей страны, в том числе президентская библиотека управления делами президента Азербайджанской республики, сотрудничают с библиотекой Конгресса США. Посол поблагодарил Коэна Викса и нашу соотечественницу, работавшую в библиотеке, Мушкан Назарову, за поддержку в организации мероприятия. Элину Сулейманову было вручено благодарственное письмо от имени библиотеки и копия соглашения об обмене. Альбина Абдрахманова, Севинчи Минзаде, Рафи Гурбанзаде, CBC.